Ну чё, поехали, вскрываем сундуки. Собственно, добыча на танка. Кликаем. Нам падает какой-то... Что это вообще? Чертоги доблести 7. Разъяренные вулканические аффиксы. Кстати, вот это очень хорошие аффиксы на самом деле в текущей неделе. Мне интересно, третий в итоге какой. Сейчас все дело это отчекаем. Сейчас я еще КДшку сделаю. Мы должны находиться в естественном облике. Окей, окей. Выход. Заходим на паладина. Ну, видите, да, на 5 эквипов больше шмотка прокнула, которая в том слоте у меня была. Ну, типа, я доволен, но не очень. Я хотел бы какую-нибудь там тринку, там, челюсти. Вот. Что-нибудь, ну, такое интересное. Так. АП с недельного сундука не падает. Это свет, релик. Я подумаю. О, седьмой собор прокнул. Новый инст. Сейчас пойдем покорять на моем супер-пупер-паладине. Который умеет танчить, собственно. На котором я умею танчить. То есть это все топ. Так. И поехали варом теперь. Ну, кстати, насчет релика света надо подумать. То, что полезно ли его будет мне вставить или нет. Так. Ну что, защита? Нормально. Нормально, да, упало человечку. Ну, типа, неплохо, неплохо. Сангоком такой. О, привет! Возвращение в нижний ярус. Седьмой, девятый каражан. Все, я доволен. Плюс одна шмотка на продажу. Короче, там тудым-сюдым, сейчас все это дело. Кстати, я подумаю еще, оставить ли его в прото? Нет, нет смысла. В общем, вот такой вот лут. А это не Сангоку плащ упал. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. И шмота полезного. Ну, вы поняли, как всегда.